Депутаты городской думы Нижнего Новгорода согласовали кандидатуру Сергея Белова на пост главы администрации Приокского района и заместителя главы администрации Нижнего Новгорода на заседании городского парламента в среду 20 ноября. Представляя кандидата, депутаты подчеркнули, что Сергей Белов имеет большой опыт работы и является грамотным руководителем, который сможет достойно работать на посту главы района. Сергей Викторович с августа этого года исполняет обязанности главы района. До этого работал более года заместителем главы Ленинского района. Достаточный опыт муниципального управления прошел по таким самым наиболее трудным ответственным участкам. Показал себя хорошим специалистом, молодой профессионал. Прошу поддержать. Для согласования кандидатуры Сергея Белова городские парламентарии провели тайное голосование. В процедуре участвовало 33 депутата Гордумы. Голоса распределились следующим образом. Белов Сергей Викторович за 32, против 1, воздержалось 0. В результате тайного голосования кандидатура Белова Сергея Викторовича согласована на должность заместителя главы администрации города, главы администрации Приокского района. Напомним, что ранее обязанности главы Приокского района исполнял Андрей Чертков, который в данный момент занимает пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода.